Перед Новым годом учреждения культуры проводят конкурсы. В Доме культуры «Молодо» сейчас предлагают искитимцам снять видео с поздравлением или своими руками сделать объемную елочную игрушку. Для участия в конкурсе игрушек необходимо изготовить елочное украшение с любым из 12 символов календарного цикла и принести его в Дом культуры. 25 декабря все поделки искитимцев будут представлены на выставке. Будет работать жюри, но критерии уже, чтобы игрушка, во-первых, соответствовала положению, чтобы она была объемной от 12 сантиметров, в любой технике выполнена. Здесь уже фантазию нужно проявить. Также Дом культуры объявил новогодний видеоконкурс. Для участия в нем необходимо записать ролик с поздравлением и до 22 числа прислать на электронный адрес учреждения. Время смонтированной записи – 1,5 минуты. Победитель будет объявлен 24 декабря.